Чего ты на меня ты кричишь? Знаешь, Люк, хорошо быть оптимисткой, когда детей нет. Свет, ты тоже нашла чем попрекнуть. А что, мне посочувствовать, да? Либо тебя дети дома не ждут, а я одна, двоих, без мужа тяну. Да хватит уже! Да мы просто все устали, вот и лаем друг на друга. Знаете что, вы как хотите, а я без денег больше не работаю. Да ладно, ну куда? Полную версию смотрите бесплатно на megogo.net.